Рофот налетчиков. Если они высаживаются, то идут вокруг острова и попадают к этим башням всегда. И ничего не поджигают. Здесь бухточка такая. Улей и все, что с животными возле башен. Диких животных тоже убивают и не дают грабить, разорять курятники. И вот такой кризис, людей мало. Дофига всего по ресурсам. Людей все меньше и меньше. Тут замок такой. Красота. Стоп. После эпидемии, блин, все пошло не по плану. После эпидемии в игре. Она совпала с эпидемией, с ковидом. И строил я это, сейчас скажу сколько. Сейчас, кнопочка, блин, тут. Загрузить игру. Первый сейф у меня был 18-й год, сентябрь. Год я, наверное, упорно играл. Не упорно. Периодически играл. Потом так изредка. Максимальная территория охвачена.